Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. У нас сегодня необычная встреча, необычная тема. Мы сегодня будем засыпать под мой голос, потому что иначе на эту тему говорить просто невозможно, поэтому я очень надеюсь, что вы сейчас находитесь в дыхательных позах. Сегодня у нас четверг, завтра уже пятница, можно поговорить об отдыхе, можно представить, что уже фактически на носу выходные, расслабиться и узнать, что же все-таки такое этот самый чертов сон. Ну, я сегодня сменил белый халат на более привычный для меня сиреневенький. Как сделать вебочку? Как сделать вебочку? Где эта кнопка? Вот, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Я очень надеюсь, что я дом не спалю, но я всеми силами старался создать более мистическое, чем обычно, настроение. Поэтому тут вокруг где-то гирлянды должны мерцать. Здесь гореть свечечки. Я притушил яркость монитора. Поэтому нам с вами никто не будет мешать. Нет, не пижамка, это халатик. Это фиолетовый халатик. Но если вы в пижамке, я только рад. Я только рад. Да. Здравствуйте всем еще раз. Я рад вас приветствовать на самом ламповом среди сонных и на самом сонном среди ламповых стриме. И сегодня тема от подписчиков. Точнее, от подписчицы, которую я поздравляю с успешной сдачей экзамена сегодня. Макела, нет, оставайся. Оставайся. Ногом, ногом. Нам скоро это надоест, я включу свет, буду орать на всю хату, как обычно. Не переживай. Все хорошо. Нам необходимо... Да, ты зашел туда. Нам необходимо немножко вникнуть в суть нашего разговора. Поэтому такой налет мистики необходим. Необходимо, необходим, но вы поняли. В общем, не буду тянуть кота, а сразу поговорим о том, почему человек вообще начал задумываться о своих снах. То есть не о сновидениях, а именно о процессе сна. Да? Вот было у вас когда-нибудь ощущение, что вы проснулись и не можете оторвать лицо от подушки, настолько сладко спали? Наверняка было у кого-то. Или напротив, вечером, когда ложитесь спать, просто падали и засыпали без ног. Мгновенно закрыли глаза, коснулись подушки, и уже все, уже спите, спите, спите крепко-крепко. А бывало, наверное, и наоборот, что ворочались очень долго и не могли заснуть по какой-то причине. И вот людей это всегда интересовало. Людей интересовало, что же происходит с нами там, за пределами нашего сознания, за пределами нашего бодрствования. И они хотели узнать, как подчинить себе этот процесс, как извлечь из него какую-то выгоду и почему вообще это происходит. Ведь должно же там что-то происходить наверняка. И, как вы, наверное, знаете, первыми, одними из первых об этом начали говорить наши далекие предки, которые предложили теорию существования богов, которые отвечают за все эти процессы. Вот как вы знаете, что у греков существовал бог Гипнос, который был сыном Эреба и Никты, извините, Нюкты, бога темноты, богини ночи и бога темноты. У него был брат Танатос, бог смерти, и поэтому
Была такая даже поговорка, что сон и смерть идут рука об руку. То есть состояния эти очень похожи. И действительно, я много раз задумывался, например, о том, что будет испытывать человек, сознание которого когда-нибудь, да, в итоге перенесут из его тела в машину, например. Ведь если просто дублировать его мозг, его нейроны, все его связи, то есть создать полное физиологическое подобие его нынешнего состояния, то сознание, конечно, скопируется. Но получится, что его стало как бы два, этого человека, и никуда он не перенесся, а просто есть его копия. И, наверное, это будет очень похоже на состояние, как будто он заснет, то есть его умертвят, он заснет и как бы проснется в новом уже образе, новом обличии. То есть каждый день, когда мы засыпаем, мы словно умираем. И просыпаясь, воскресаем заново. Древние это хорошо понимали и создали вот таких вот богов, которые отвечали за эти процессы. Но в дальнейшем, конечно же, происходили какие-то, не боюсь этого слова, исследования, которые описывали эти состояния более полно. И начиная уже со средневековья, люди пытались толковать сновидения, которые возникали у них в голове в процессе сна. Ну, у Гипноса был, между прочим, сын, которого звали Морфей. Причем сын родился от его сочетания, так скажем, с матерью Нюктой. То есть Гипнос с матерью вступил в союз, да, известный, и родился Морфей, сын бог сновидений. Привет, Опта, привет. Мы здесь о снах разговариваем, присоединяйся. Ложись рядышком и слушай, если, конечно, интересно. Так вот, когда эти исследования, так скажем, сновидений стали из эзотерических более научными, тогда стали складываться различные разделы науки о снах, которые даже имели свои названия. Например, наука о толковании сновидений называется онейромантия, то есть хиромантия, да, это гадание по руке, а онейромантия – это толкование сновидений. Очень похожие корни у этих слов. Но прежде чем перейти к научным вещам, и прежде чем, наверное, я включу все-таки свет и поставлю микрофон на стол, иначе вы реально все заснете и все разбегутся. Давайте просто пробежимся по нескольким толкованиям сновидений, которые я нашел и посчитал наиболее интересными. Например, если приснится, что у вас шатается зуб, то это указывает на то, что вы рискуете потерять кого-то из близких. То есть люди считали, что сны – это некое предзнаменование, которое посылают нам боги, но мы должны его понять, потому что мы и боги разговариваем немножко на разных языках и мыслим по-разному. И чтобы правильно понять посыл богов, нам нужно было знать их язык. И вот этому языку и учили толкователи сновидений. То есть зуб – это что-то, какая-то наша часть, мы ее потеряли. Это нужно воспринимать не буквально, как что, где, когда. И немножко вопрос этот вот, так скажем, раскрутить, поняв, что же от нас хотят, господа ведущие. Рыба – распространенный образ, который снится очень многим. Интерпретаций существует много, но самую распространенную слышали, наверное, все. Примета гласит, что видеть рыбу во сне – это к беременности, которая уже наступила или вот-вот наступит. Ну, то есть логично. Рыбка маленькая, в сосуде с водой, очень напоминает эмбрионы в животе у женщины беременной. Существует интересное мнение, что если вы поймали конкретно щуку, то это значит, что у вас родится девочка. В любом случае, появление рыбы во сне – это хороший знак. Если он не предвещает беременность, то сулит, по крайней мере, успех и материальное процветание. Такие мнения тоже существуют. Ну, считается, что
Если, к примеру, приснились умершие родственники, то это знак того, что они имеют на этой земле какие-то незаконченные дела. И мы должны понять, что же они от нас хотели, чтобы помочь им эти дела завершить. Но если мертвые родственники вас зовут, то это значит, что вас скоро ожидает смерть. Они пришли за вами. Если сны совсем не снятся, а чуть попозже, когда я включу свет, мы перестанем говорить загробным голосом, мы дойдем до этого обязательно. Немножко потерпи, пожалуйста. А если снятся кошмары, запомните, то первое, что нужно сделать после пробуждения, это произнести «Куда ночь, туда и сон». При этом можно посмотреть в окно, либо сплюнуть 3 раза через левое плечо. Считается, что после этого дурной сон точно не сбудется. Кроме этого, желательно рассказать кому-то о своем сне, тогда он точно потеряет всякую магическую силу. Вот так вот, ребят. Так вот считали наши предки, древние, и до сих пор считают, наверное, 90% населения России. Но мы знаем, что все это байки и работает только заряженная вода и православная молитва. Поэтому я предлагаю от мистики и эзотерики перейти все-таки немножечко к тому, что такое сон, сновидение и как же нам с этим жить. О, да, так гораздо лучше. Так гораздо лучше. Фух. Свечечки воняют. Но я думаю, что это к лучшему. Я маленько пришел в себя. Сам чуть не заснул, пока все это рассказывал. Так, в чат плюс, кто еще не спит? В чат плюс, кто еще не спит? И звездочка, кому нравится мой халат. А мы поговорим про то, что же все-таки такое на самом деле сон. Но прежде чем об этом говорить, мы должны уяснить одну маленькую вещь. Одну маленькую вещь. Сейчас я запущу наш любимый Paint. Что-то пошло не так. Что-то сломалось. Секундочку. Секундочку. Что-то очень сильно сломалось. Погодите. Я пытаюсь понять, что происходит вообще в этом мире. Чуть не уснула. Интим. Да, интим. Интим. Я рад, что нас так много, живых и несонных. Я реально не понимаю, что происходит на экране. Сейчас. Сейчас разберемся. Нет, не разберемся. Почему-то эта штука мне кидает скриншот. Вот, все хорошо. Все хорошо. Должно быть, да, все в порядке. Да, даже ОБС уснул, действительно. Но ничего, я его смог разбудить. Смотрите, я думаю... Что с камерой? Я думаю, что, опять же, из школьного курса анатомии, к которому я постоянно апеллирую, вы помните, что наша нервная система, точнее, в основе нашей нервной системы лежат нервные клетки, нейроны. Ну, их можно представить в виде вот такой вот звездчатой клетки с многочисленными отростками. Причем один отросток очень длинный, 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 зовется аксон, а остальные отросточки короткие, но их много. Называются они дендриты. От слова дендрос, которое означает дерево, в переводе, если не ошибаюсь, греческого. Ну, конечно же, есть ядро, если это клетка, да, не форменный элемент. Мы помним, чем отличается клетка от форменного элемента. Ну и другие органоиды. Очень много энергостанций, потому что клетка при передаче импульса от одной к другой затрачивает колоссальное количество энергии. Ну и этим аксоном она крепится к другой клетке, к другому нейрону, который в свою очередь своим аксоном крепится к третьей клетке и так далее. Эта цепочка состоит из миллиарда таких вот нервных клеток и огромного количества связей между ними.
То есть вы должны представлять, что количество этих связей... Да, школьный курс анатомии. Вообще-то он есть в 8 классе, на секундочку. Количество этих связей просто не поддается логическому исчислению. Конечно, мы теоретически можем представить, сколько их в числовых показателях, и даже смоделировать это в отдаленном будущем на компьютере. То есть создать прототип реально существующего человеческого мозга. Но вот как-то в сознании в нашем это не укладывается. Такое огромное... Что-то реально какой-то интим. Такое огромное количество нервных связей между этими клетками. Но при всем при этом, у этой системы есть огромное количество недостатков. Ну, почему, я думаю, понятно. Потому что за несколько миллионов лет существования сознания, как феномена материи, эта система не успела устаканиться, то есть не успела самоотполироваться, что ли, прийти в совершенное состояние. И она... Три параграфа в конце учебника. Не знаю, что у вас были за учебники. Вот в наше время, весь учебник был посвящен анатомии в 8 классе. О чем я, да. Эта система должна подвергаться колоссальному давлению со стороны внешней среды и постоянно адаптироваться. И для того, чтобы адаптироваться, она имеет огромную вариабельность. То есть каждый ее элемент позволяет практически одновременно выполнять несколько функций. Но это играет с этой системой злую шутку, это свойство. Поскольку, как вы знаете, чем более специализированное что-то, неважно что, тем лучше оно эту функцию выполняет. Ну, я не знаю, с чем сравнить, но, например, у меня под рукой, к сожалению, нет никакого там... инструмента по типу складного ножа, знаете, бывают такие там штопор, открывашка, ножик перочинный и там еще куча инструментов. Но я думаю, вы все прекрасно себе представляете. Если вот мы его возьмем и, к примеру, ну, обычный, полноценный, то есть хороший нож, то функцию ножа, нож, как ни странно, будет выполнять гораздо лучше, чем тот нож, который есть в этом инструменте все в одном. Также и здесь. Изначально... Нейроны должны были... Да, мультитул я имел в виду, спасибо. Нейроны должны были только реагировать на воздействие извне. То есть нести функцию сигнальную для нашей системы, всего организма. Потом они приобрели еще дополнительно функцию сообщения между разными частями организма. То есть... Наш далекий предок мог узнать, что то, с чем он столкнулся своей передней частью, куда он двигался, да? Помните, как спор? Это съедобно. И значит, нам пора активировать челюсти, чтобы это проглотить. И те клетки, которые находятся в желудочно-кишечном тракте, должны начать вырабатывать какие-то ферменты пищеварительные, так? Но потом у этих нейронов появилась еще куча всяких функций, которые сейчас мы имеем. И естественно, потом двигательное, да, появилось, тоже немаловажно, и так далее. И в итоге мы имеем вроде бы универсальную систему, но поскольку общие принципы Вселенной не обманешь, с огромным количеством недостатков. И одним из недостатков является то, что взрослые нервные клетки почти не способны метатически делиться. Помните знаменитую фразу «нервные клетки не восстанавливаются»? Конечно же, это бред. Нервные клетки восстанавливаются, но просто очень медленно. И, в принципе, взрослая нервная клетка способна делиться. Способна. Но есть очень серьезный нюанс. Для этого она должна разорвать все свои связи со всеми остальными клетками. То есть у нее там сотни, тысячи вот этих вот связей. Там не только из каждого холмика по две, там еще каким-то образом вот так. Ну, в общем, капец. Там сплошные провода и прочая ересь. Это в нашей нервной системе. Вот. Она должна все эти связи разорвать. А вы понимаете, что если нервная клетка одна разрывает связи, то сразу же нарушаются связи с сотнями других клеток. А может быть, многие только через нее и контактировали. И в экстренных ситуациях такое может произойти.
Но это сразу же ведет к огромным изменениям в этом участке мозга. Ну, или не мозга, или какого-то другого там отдела нервной системы. Ганглий какой-то, да, там в подмышке где-нибудь торчит. Или узел в спинном мозге, или в спинномозговой трубке, да, в нервной трубке, если это какое-то более примитивное создание. То, говоря о вот этих вот примитивных, извините, слово забыл, об этих не очень, так скажем, совершенных процессах, происходящих в мозге, нельзя не упомянуть, собственно говоря, накопление токсинов. Естественно, каждая клетка в процессе своей жизнедеятельности вырабатывает некоторые вещества. Как вы помните, основное назначение клетки – это синтез белка, но нервная клетка синтезирует необычные белки. Она синтезирует нейромедиаторы, с помощью которых и происходит общение этих клеток друг с другом. Но это отдельная тема, я про нее поговорю как-нибудь в другой раз, если у вас будет желание. Так вот, в процессе производства белка почти всегда производятся какие-то отходы. И эти отходы накапливаются, и их нужно куда-то выводить. Но существовала версия, что... Блин, донатик залетел, Ларистай Фокси, спасибо большое. Если сообщение какое-то есть, я, к сожалению, его не слышу. Я что-то без наушников сижу. Сейчас я на будущее, если что, буду слышать. Спасибо большое. Первая теория, которая возникла более или менее научная, почему возникает состояние сна у человека, это то, что необходимо избавляться мозгу, ну, вообще нервной системе, от этих вот отходов. Но это была только гипотеза. Я сказал теория, гипотеза. Хотя до сих пор, немножко проспойлю, мы не можем до конца сказать, верна она или нет. Верна она или нет. Ну, я думаю, вы сталкивались неоднократно с такой картиночкой в интернетах этих ваших. Вот такую вещь. Наверное, видели. Ценность сна от времени суток. То есть, получается, по этой табличке, что если мы будем спать с 7 до 8 вечера, то нам этого сна будет хватать. Один час. Ну, максимум там с 7 до 9 мы просто успимся. А все, а из-за того, что мы сидим за своими компьютерами до 2-3 часов ночи, и потом спим там до 7-8 утра, нам нужно идти на работу, на учебу, мы в общей сложности спим там всего один час и не высыпаемся. Представляете, какая вот засада? Я не знаю, кто придумал эту таблицу. Видимо, эти люди, которые ее писали, которые ее составляли, они попытались ознакомиться с методикой дискретного сна. Телефон подальше, а что он? Что-то шумит, жужжит. Это может быть планшет? Я не знаю. Телефон далеко. Если это планшет, но там симки нет, вроде он не должен. Хорошо, я постараюсь. Я постараюсь. От биоритмов? От биоритмов зависит. Но каким образом? Сейчас я поясню. Сперва расскажу про теорию дискретного сна. Эту теорию разработали товарищи, которые очень любят много работать. Трудоголики. Они, вообще-то, по-хорошему, называют себя адепты полифазного сна. Один из этих адептов, это вот некий Евгений, который решил разработать даже программу для смартфонов. Она вроде бы должна выйти была в 2014 году в Play Market, но я что-то не прочекал, не посмотрел, есть она там или нет, но может быть есть. Может быть есть. Программа для полифазного сна, если кому-то интересно. Но сперва послушайте, что это такое. Вообще считается, что человек, когда засыпает, он входит в фазу так называемого медленного сна. Наверняка вы все это слово слышали, и вот эта картиночка вам тоже должна быть знакома. Вот красной рамкой как раз выделена
участки энцефалограммы, то есть электрической активности нейронов головного мозга, во время фазы вот этого вот медленного сна. Сон на закате вред. Я запомню, обязательно перейдем. И я еще помню про то, что сны вообще не снятся и что с этим делать. Если что, напомните мне, пожалуйста, если я забуду об этом сказать. Просто все по порядку, хорошо? Вот. Эти волны были описаны очень давно, потому что, ну, энцефалограмма, понятно, довольно такая старая вещь относительно. Вот. И поэтому изучали ее очень давно в разных вузах физиологии, в разных НИИ и так далее. Но вот фазу быстрого сна, так называемую REM-фазу, Rapid Eye Move, то есть фаза быстрых движений глаз, по-русски БДГ, ее открыли совсем недавно. Боюсь ошибиться, но что-то вроде 50 лет назад, то есть, ну вот совсем недавно, где-то в середине прошлого века. Да, учитывая, что энцефалограмма была открыта раньше, а вот быструю фазу, точнее фазу быстрого сна, открыли совсем недавно. Нет, не с 3 до 4 ночи глубокий сон. Сейчас я расскажу. Вот эта вот фаза медленного сна, в которую мы входим сразу после засыпания, она состоит из нескольких стадий. А если быть точным, то из 4. Ну, там есть всякие альфа, бета-ритмы, тета-ритмы. Это сейчас не так интересно, я много раз обещал без сложных терминов, поэтому попытаюсь вообще на пальцах. Сначала, когда мы засыпаем, мы можем видеть такие сноподобные галлюцинации. Я думаю, многие понимают, о чем речь. Это трудно объяснить словами, но зачем объяснять, если мы все люди, и мы все это проходим каждый вечер, каждую ночь эти стадии. Снижается частота дыхания и пульса. Снижается мышечный тонус. Человек приходит в состояние очень сильной расслабленности. Иногда электроэнцефалограмма может фиксировать какие-то пики, всплески. То есть там где-то что-то коротит, еще не до конца мозг отключился, но он уже отключается. То есть снижается электрическая активность. Нейроны обязательно общаются друг с другом. То есть они связи свои не разрывают в этот момент. Но их ритм, их передачи вот этой вот информации электрической через химические медиаторы, он снижается. То есть эти колебания очень низкочастотные. То есть буквально 2 Гц может быть. Вот так вот. Ну, это в самом глубоком сне. Ну, когда начинается только засыпание, до 20 Гц. То есть колебаний в секунду, да? Это мы должны понимать из курса физики, знать. Как раз в этой стадии и появляются те самые идеи, какие-то озарения, когда человек просыпается и говорит: «Эврика», там, или таблица, наконец-то, элементов периодических, да, в голове сложилась. Вот в эту стадию, как правило, она и эти открытия и происходят. Потом, во второй стадии медленного сна, снижается температура тела. Пульс и дыхание все сильнее урежаются. Человек в этой стадии очень легко реагирует на раздражители. В этой стадии его проще всего разбудить. Но при этом тело максимально расслаблено. Вот такой вот странный парадокс. Может, пропустил, что такое сон? Но сон — это когда мы спим. Вот. Об этом мы сейчас и говорим как раз. Дальше активность мозга еще сильнее снижается. Колебания снижаются до тех самых 2-4 Гц. И наступает третья стадия, стадия медленного сна. Потом человек погружается в самый глубокий дельта-сон, четвертую стадию. И в этой стадии его почти невозможно разбудить. Вот на этой стадии как раз и возникают такие интересные состояния, как, например, лунатизм. То есть человек идет куда-то, да, а его пытаются окликнуть, дергают за плечо, а он не просыпается. То есть это очень интересные процессы, которые, в принципе,
ну, легко описываются. Кстати, описываются дети тоже в эту стадию. Приступы энурезы тоже в четвертой стадии, в стадии дельта сна происходят. И человек, когда просыпается в итоге, он этого ничего не помнит. Все вот эти стадии медленного сна, 4, которые мы сейчас описали, занимают до 1,5 часов. Причем самые длинные — это первые две. Но последние отводятся до 20% от общего времени медленного сна. А вот потом... Лунатизм — это не стадия сна. Нет, конечно, нет. Это я так и не говорил. Слушайте внимательно. Внимательно слушайте лектора. Не отвлекайтесь, пожалуйста. А вот полвека назад был открыт быстрый сон. REM-фаза. Когда глазные яблоки быстро-быстро-быстро движутся под веками. То есть это можно заметить невооруженным глазом. Я думаю, что вы неоднократно такое отмечали у своих родственников или друзей, если спали в одной комнате с ними. Ну, точнее, не спали, а вы не спали. Вот, глазные яблоки двигаются-двигаются, это немножко страшно может выглядеть, но в принципе это совершенно нормально. Длится эта стадия буквально 10-15 минут, ну, может быть, 20. И по сравнению с медленной фазой очень плохо заметно. Но ее все-таки открыли, ее описали. И если в этом состоянии человека разбудить, то как раз-таки он и расскажет вам о своем сновидении. То есть сны снятся по-любому, но просто мы их не всегда помним. Мы их помним только если проснуться в стадию в фазу быстрого сна, в REM-фазу вот эту. Если в другие фазы просыпаемся, то просто не помним. Вот и все. Ну, это касаемо фаз, да, что происходит. И вот эти вот стадии, медленный сон, быстрый сон, сменяются несколько раз за ночь. То есть понятно, что если весь цикл идет меньше 2 часов, то ясен перец, что они сменятся за ночь 3-4 раза. И мы 3-4 раза должны увидеть теоретически разные сны. Но при этом есть версия, что некоторые сны мы видим и на фазе медленного сна. До конца это выяснить довольно трудно, потому что это все-таки очень индивидуально, и как уже было отмечено, это связано с суточными индивидуальными ритмами каждого человека. Ух ты, нас так много. Всем здравствуйте, кого я еще не приветствовал. Мы тут разговариваем про сны, я в халатике, потому что сегодня у нас пижамная вечеринка. Ложитесь и присоединяйтесь к нам. А еще подписывайтесь на канал обязательно, вступайте в группу ВКонтакте. И да, ребят, добавьте, пожалуйста, меня в друзья. Ну, меня в смысле тот аккаунт, который вот в группе, привязанный к этому каналу. Накидайте мне там заявочек, чтобы вы видели анонсы не только от группы, но еще и от того аккаунта. Спасибо большое. Вот. Как это, значит, все происходит? Почему человек погружается в сон? То есть не причина исходная, почему возник сон, а как мы засыпаем. Попытались на этот вопрос ответить ученые и нашли так называемые гипногенные центры. То есть центры, которые способствуют погружению человека в сон. Ну, во-первых, это передний отдел гипоталамуса, это голубое ядро. Это некоторые вестибулярные ядра, это центры четверохолмия, не знаю, кому о чем эти слова говорят, но, в общем, есть в головном мозге отделы, отвечающие за засыпание. То есть, если их стимулировать, то есть были такие реально эксперименты, человека стимулировали электрическими импульсами, мозг человека, 12-20 Гц, вот те самые, которые возникают в мозгу при засыпании на первой стадии медленной фазы. И человек засыпал. То есть, либо становился сонливым, либо засыпал совсем. То есть, что происходит в этот момент? Усиливается секреция гормонов надпочечников. Ослабляется секреция гормонов надпочечников. Ослабляется кровоснабжение мозга. Выключаются функции пищеварительной системы. Ну, почти выключаются. Поэтому говорят, что перед сном наедаться не нужно. Почему? Очень просто. Пока пища в желудке, он не даст отключиться себе. Иначе там все это станет комом, и потом мы помрем. Если пища в желудке, он должен ее переварить и пустить дальше. Ведь поэтому, если мы перед сном наедимся,
то кровоснабжение желудка никуда не денется, он будет там все переваривать, кровоснабжение мозга тоже, и просто желудок не даст нам заснуть, вот и все. А не потому, что там разжиреем или еще чего-то. Ну да, разжиреем, понятно. Но еще и то, что мы не сможем нормально выспаться. Точнее, заснуть. Выспаться-то, может, и сможем, но не сразу. И отключаются все лишние железы. Потовые, сальные, слезные. Поэтому глаза и слипаются, что слезные железы плохо работают. Глаз пересыхает, нам хочется его закрыть. И как-то вот хоп-хоп-хоп и баиньки. Вот. То есть все чистая вегетатика. А вот в стадию быстрого сна это все наоборот врубается. Усиливается секреция гормонов надпочечников. Усиливается кровоснабжение мозга. Включаются, значит, дорзолатеральные участки префронтальной коры, которая отвечает за работу сознания нашего при бодрствовании. Но работает оно немножко по-другому, это сознание, нежели при бодрствовании. То есть там немножко другие ритмы и так далее. И может возникать такая вещь, как осознанные сновидения, про которые я обещал поговорить. Парасимпатическая НС не в счет, парасимпатическая НС в счет. Это теория Павлова. Мы до теории сна дойдем и поговорим про парасимпатику обязательно. Павлов считал, что да, все дело в торможении. Просто дело, нервная система тормозится, и мы засыпаем. У него все было просто. Вот. Ну и отчасти справедливо, кстати. Осознанное сновидение, думаю, многие испытывали хоть раз в жизни это состояние. Это вот когда ты спишь, тебе снится сон, и ты понимаешь, что это сон. И если в этот момент не проснуться, а удержаться в этом состоянии, измененном состоянии сознания, то можно стать просто богом своего собственного мира. Ты можешь делать все, что хочешь в этом мире, и тебе ничего за это не будет. То есть такая вот VR, виртуальная реальность, но только внутри твоей собственной головы, твоя собственная матрица, в которой ты можешь делать абсолютно все. Есть товарищи, которые являются, значит, адептами вот этого состояния, очень часто его практикуют, и вроде как действительно это работает, потому что проводился эксперимент, в котором испытуемым, кстати, да, что-то у нас картинка до сих пор медленного сна, давайте я вам покажу картинку быстрого сна. Вот примерно так выглядит быстрый сон. Это больше похоже на наше повседневное состояние сознания. То есть амплитуда меньше, но частота гораздо выше. Слушайте, брат, что-то фонит. Откуда, не понимаю, телефон далеко. Блин, извините, пожалуйста. Не знаю, откуда это идет. Может, от соседей. Тут всякое бывает. Может, призраки. Может, призраки и так далее. Вот. О чем я там говорил-то? Да, про ОС. Про ОС. Вот, эксперимент проводили, товарищи клали в МРТ, на него надевали энцефалограф, ну, точнее, не одновременно, естественно, по порядку. И он засыпал, его просили, когда он войдет в состояние осознанного сновидения, поочередно сжимать левый и правый кулак с некоторой, значит, частотой, ну, какой-то сигнал подавать, короче, там, два раза правым, три раза левым, один правым, два левым и так далее. И вроде как датчики, которые у него были на голове, показывали, что он спит. Он находится реально в стадии полного вообще вот абсолютного сна. Он не управляет своим телом. Но при этом импульсы, которые он подавал из мозга, повторяли кодировку вот эту вот, которую они договорились заранее с учеными. То есть человек спал, но он помнил о том, что он должен сделать. То есть он, во-первых, осознал, что он во сне. И во-вторых, он помнил свою ту жизнь за пределами сновидения. То есть это потрясающее владение своим мозгом, своим сознанием, своим подсознанием, своим сном. Действительно, есть очень много техник овладения этими вещами. Ну, не знаю, если кому-то интересно, мы, конечно, можем там поговорить об этом. Но я вкратце только перечислю, что для того, чтобы войти в состояние осознанного сновидения, лучше всего это делать утром, после пробуждения. Но для этого, если у вас, конечно, есть время, не нужно на работу идти, на учебу, вы без будильника проснулись, а сами, то глаза не открывать. Пытаться как-то какие-то у себя образы вызвать перед глазами. Пытаться пошевелить руками, но не шевеляя ими. То есть создавать такие
фантомные движения внутри своего организма и прислушиваться к тишине. И вот вроде как вот это вот все в комплексе позволит вам провалиться обратно в сон, и вы сможете себя там вроде как осознать. Я не являюсь адептом ОС, поэтому не могу сказать, работает это или нет, но прочитав много форумов на эту тему, просто, так скажем, предлагаю вам выжимку. Выжимку из того, что я прочел. И вроде как это работает. Нет, смс не пришло, Макел. СМС, к сожалению, не пришло. Никому я не нужен. Вот. Как распознать, что вы в осознанном сновидении? Ну, проще всего, это пальцем проткнуть какую-нибудь стену. Да? Перед вами там стол или стена, вы берете и пальцем протыкаете. Не получилось. Ну, причем с желанием проткнуть. Только что, так, чтобы палец не сломать. Потому что вдруг в реальности и палец сломать. Ну, так вот. Оп, не получилось. Значит, не сон. И в реальности приучить себя постоянно об этом вспоминать. В фильме замечательном «Начало» с Ди Каприо, он там волчок крутил. Да, если это была реальность, то волчок рано или поздно останавливался. А если это был сон, волчок крутился вечно. Вот он проверял, во сне он или не во сне. Вы тоже сам можете делать, какой-нибудь себе паттерн завести, или посмотреть на свои ладони, например, во сне. Это очень трудно сделать. Они там начинают расплываться, разъезжаться. Текст прочесть какой-то, например, надпись. Если вы сможете спокойно прочесть ее 2 или 3 раза, и написанное совпадет, значит, скорее всего, это реальность. А если что-то начнет меняться, ага, понимаете, это сон, все хорошо. И постоянно в реальности за этим наблюдать. Каждые там 2 минуты, 5 минут совершая какой-то ритуал, проверяя, это сон или реальность. Вот. Конечно, можно на этом свихнуться, а можно и стать адептом осознанных сновидений. Ну и, конечно, хороший способ записывать свои сны каждое утро, положить под подушку блокнотик и карандаш, потому что уже через 5 минут вы забываете об этом, сев за компьютер. Поэтому лучше бумажку и карандаш, ну или планшет, если вам удобнее печатать. И сразу же, после пробуждения, сразу же записывать максимально подробно. И потом перечитывать вечером, допустим, перед сном. Вот. Но это опять же то, что рекомендуется. Я несколько раз так пробовал делать, записывать на день. Довольно прикольно. Потом реально вечером перечитываешь и вспоминаешь. А, слушай, я за день-то уже забыл, что было. А так читаешь, вспоминаешь образы там, что было и все прочее. И цветные сны бывают на самом деле. Байки про то, что человек видит черно-белые сны, это байки. Хотя, может быть, просто я докрашиваю себе потом. Не знаю, не могу этого сказать. Ну так вот, возвращаясь к тому товарищу, который является адептом полифазного сна. Они утверждают, что можно разбить сон на несколько фаз. То есть поспать, допустим, днем 1,5 часа, ночью там 1,5 часа, ну, грубо говоря, и нам этого будет хватать. То есть это вот не та картинка, которую мы смотрели в самом начале. Ценность часов сна. Нет, это вот те, кто эту картинку рисовал, просто не поняли теорию полифазного сна. Немножко дело в другом. Привет, привет, привет. Хорошо, что наелась, ложись и будь как дома. Все равно не заснешь, потому что объелась. Вот. Дело в том, что к утру фаза медленного сна укорачивается, фаза быстрого сна удлиняется. И зная это, и зная биоритмы собственного тела, можно настроить себя так, что если поспать днем немножко, то сразу же ты достигнешь фазы быстрого сна, вот этой REM-фазы. То есть фаза медленного сна из 1,5 часов сократится до, допустим, там получаса, а фаза быстрого сна удлинится тоже до получаса, например. То есть сторонники этой теории полифазного сна, они предполагают, что основная энергетическая подзарядка организма происходит именно в фазу быстрого сна. А медленный является таким рудиментом, что ли, подготовительной стадией. И они стараются, изменяя свои биоритмы, заставить себя спать несколько раз в сутки, но в общей сложности гораздо короче, чем стандартный там 6-7-часовой сон. Кстати, про 8-часовой сон это байка. 8 часов спать не рекомендуется, если только вы не больной человек, да, но больным всегда нужно больше спать, правильно? Да и хочется все время спать, там можно и по 12 проспать в сутки и больше, ничего страшного. Но если вы здоровый, адекватный человек, в нормальном режиме дня, то спать нужно в среднем часов 6, вот
нормально, может быть 7. Этого вполне хватает, как показывает практика. Но вот эти товарищи, у них есть несколько режимов. 4 раза по 30 минут, каждые 6 часов. Итого получается 2 часа в сутки. Есть такие люди, которые так себя настраивают. Есть режим, который называется Uberman, сверхчеловек. 6 раз по 20 минут каждые 4 часа. Итого получается 2 часа в сутки, и вроде как им опять же хватает. Есть режим сиеста. Действительно, в жарких странах люди ночью спят, как все нормальные люди, там по 5-6 часов. Но у них еще один час днем сна должен быть обязательно, потому что, ну, например, в Испании, там, да, вот таких вот очень жарких странах европейских, есть время, когда на улице безумно жарко, и невозможно просто работать. И просто, чтобы не сдохнуть на такой жаре, они в это время спят. Вот, это называется у них сиеста. Настенька, спасибо большое за донат, это так мило с твоей стороны. Так вот, и режим Тесла. Ночью 2 часа поспать и днем 20 минут поспать. Итого 2 часа 20 минут. Считается, что Никола Тесла спал именно в таком режиме. Неизвестно, сказка это или нет, но режим вот такой есть. В общем, ну это такие экстремальные больше вещи. Эти вот Тесла, Убермен. Большинство адептов спят по 4 часа в сутки. Там 3 часа ночью, 3,5 часа ночью, полчаса днем. И вроде как им этого хватает. И это говоря вот о биоритмах. То есть действительно можно перестроить свой организм к тому, чтобы этих маленьких кусочков сна нам хватало. Вообще самое главное правило — это то, что спать нужно тогда, когда вам хочется. Ни в коем случае себя не заставлять спать. То есть если не хочется в 2 часа ночи спать, так и не спите. А если есть проблемы со сном и хочется быстро уснуть, то просто, ну не знаю, пойдите почистите снег во дворе. Отожмитесь там 200 раз. В общем, устаньте хоть как-то физически, да, если умственно не получилось в течение дня. И заснете. Вот. И еще рекомендуется не использовать кровать ни для чего, кроме как для сна. Ну, в смысле, складывать на нее вещи можно. Но в течение дня, если вы не собираетесь спать, ложиться или садиться на нее не стоит. То есть создать себе такое место ритуальное только для, так скажем, приема сновидений. Да? Это позволит вам при положении тела лежа в кровати почти мгновенно заснуть. Ну, это рекомендуют терапевты. Теперь же поговорим о том, почему все-таки возникают сны. Ну, во-первых, помимо нормального сна, то есть когда мы ложимся спать и просыпаемся, существует еще три вида сна. Первый — это наркотический. Понятное дело, наркоз, да, вдыхание эфира, например, какого-то, допустим, диэтилового эфира нас усыпляет. Гипнотический, когда нас утомляют искусственно, вводя в состояние такого транса, гипноза, и мы тоже засыпаем. И патологический, то есть, например, если будет какое-то повреждение серьезное некоторых отделов мозга, например, тех, которые являются гипногенными, то человек может даже впасть в летаргический сон. То есть спать, спать, спать постоянно — это не кома. Все функции человека напоминают реальный сон, но просто очень глубокий. И в таком состоянии он может провести очень многие годы, а потом проснуться. На этом основаны сказки там о спящей красавице и так далее. И очень многие страшные предания, когда человека закапывали в могилу, а потом, когда эксгумировали через много-много лет, он был в такой неестественной позе, будто пытался выбраться. То есть его закопали, а он просто спал. Ну, может быть, так действительно и было, это не байки. Но в наше время, думаю, такого быть не может. Потому что все-таки есть достаточно четкие медицинские критерии определения усопшего. Да, спит он или все-таки погиб. Умер, извините. Но, переходя к теориям сна, почему же все-таки он возникает? Нужно сказать следующее. Есть химическая теория, согласно которой человек засыпает в результате того, что в мозгу накапливаются вот эти вот продукты обмена, к
которые очень легко окисляются, и наступает дефицит кислорода в нейронах. И вот это вот вещество, которое ученые даже назвали гипнотоксин, оно должно разрушиться. Именно это и происходит во время сна. Но теорию эту отвергли, потому что она очень была легко проверяемая, тупо с помощью химических методов. То есть собак, ну, к сожалению, собак, которых помещали в условия депривации, ой, депривации, господи, совсем, или депривация это называется, подождите. А, депривация это любое лишение, да. Да, лишение сна. Да, все правильно сказал. В общем, короче, которым спать не давали собакам. Их потом убивали, вскрывали, и в мозгу не обнаруживали никаких изменений по сравнению с теми собаками, которые получали сон в нужном количестве и качестве. Павлов являлся автором тормозной теории сна. То есть, широкая радиация, то есть, распространение тормозных сигналов по префронтальной коре позволяло отключать сознание, которое находится примерно где-то здесь же. И это обеспечивало отдых высших отделов нервной системы, то есть сознание и подсознание. Поэтому примитивные животные, они не спят, в принципе, им это не нужно. А вот те, у кого есть сознание или близкое что-то к сознанию, да, к высшей нервной деятельности, то есть млекопитающие, птицы, они должны спать. Но он не объяснял, почему это происходит. У него все было только с точки зрения нейрофизиологии. А современная теория сна в основном сводится к синтезу нескольких теорий. Самая распространенная сейчас – это энергетическая теория. То есть нужно элементарно нейронам восстановить энергию, потраченную во время бодрствования. То есть если этот нейрон посылает очень много сигналов в процессе своей работы днем, то ему необходимо восстановить энергию в митохондриях в виде АТФ. Но он не может это сделать, пока работает в большом ритме, в очень высоком ритме. Для того, чтобы этот процесс происходил, ему нужно частоту снизить этих сигналов. И поэтому он посылает, возможно, те самые сигналы торможения, как говорил Павлов. И мы засыпаем. Есть информационные теории. Сон наступает в результате уменьшения сенсорного потока к ретикулярной формации, которая является, по одной из версий, одним из центров сознания. И включаются тоже те же самые тормозные структуры. То есть, когда у нас очень много информации в голове, которую нужно усвоить. А я напоминаю, что информация запоминается тогда, когда образуются новые связи между нейронами. Вот именно поэтому говорят, что перед экзаменом лучше не учить, а хорошенечко выспаться. Потому что если ты будешь учить, в процессе бодрствования новые связи не образуют, ты ничего не запомнишь. А если ты вот почитал днем немножко, потом хорошенечко выспался, то за это время вроде как связи образуются, и ты запомнишь тот материал, который прочитал днем. А пока нейроны работают, они не могут себе позволить образовывать новые отростки. Ну и есть такая интересная версия, что кора сама на себя образует тормозящее действие, и мы засыпаем. Но по этой версии мы бы смогли тогда себя сна лишать и, в принципе, настроить свой организм на тот режим бодрствования, когда мы можем вообще не спать. В принципе, такие люди есть, вроде как, но на самом деле совсем не спать не могут, потому что действительно рекорд мира принадлежит парню, который не спал 11, по-моему, суток. Сегодня вот там в чате что-то такое говорили. Что в нижней камере? У нас есть нижняя камера. Какая нижняя камера? Поясни, пожалуйста. И через несколько суток, через двое-трое, у него уже начинались серьезные нарушения, связанные с галлюцинациями, с восприятием. Через там 6-7-8, то он впал просто в ступор, ему было все безразлично. И на 11-й сутки это уже были очень серьезные нарушения, психические и физические. И если бы еще день-два прошло, то он бы, скорее всего, умер. Потому что невозможно действительно вот не давать организму
восстановиться. И, скорее всего, истинным является синтез нескольких гипотез. То есть, и очиститься нужно действительно мозгу от токсинов каких-то там. То есть, не токсинов, а метаболитов. И построить новые связи, и накопить энергию. Причем, накопить энергию, скорее всего, вот это вот ближе всего к истине. Поэтому одной из самых изощренных пыток считается вот пытка лишением сна. Человека просто не дают спать, и в итоге он уже готов на все пойти, только бы ему дали поспать. Он готов рассказать, где находится там его база, где находятся его танки и все прочее, только чтобы перестали там его колоть и дали заснуть. Ну, очень часто люди умирают от этого. Да, это картиночка, носочки я не снимаю. Как объяснить то, что человек после курса успокоительных не может уснуть? Ну, объяснить это можно разными версиями. Во-первых, успокоительные неправильно подобраны. Не то они успокаивают. То есть, есть несколько категорий. Есть седативные препараты, есть, значит, непосредственно снотворные препараты, есть анальгетики, которые некоторые тоже являются седативными. Есть просто успокоительные, которые структурируют да, сигналы в нервной системе. Есть эти самые антидепрессанты, которые тоже прописаны как успокоительные. То есть просто не то человеку нужно было, это вероятнее всего. Ну и еще вариант органического нарушения. То есть просто он болен чем-то серьезным, и на него не действуют эти препараты. Ну, много вариантов может быть, ничего страшного. Другие попробовать можно. Читал рассказ про 10-летнюю девочку-няньку, которая хотела спать и задушила младенца, орущего подушкой. Кстати, про младенца орущего. Во сне у человека очень интересные проявляются свойства. Например, мать, многодетная, да, особенно у них это хорошо проявляется, они обычно очень устают в течение дня. Особенно те, которые вынуждены еще и работать на работе, и заниматься с детьми, и по хозяйству, и все прочее. Ну, ни для кого это не секрет, я думаю. И когда она ложится спать, ее фиг добудешься. Из пушки стреляй над ухом, все прочее. Она не проснется. Но стоит только ей сквозь сон услышать плач своего ребенка, именно своего причем, а не чужого, она мгновенно просыпается. То есть, есть у человека некоторые такие паттерны, шаблоны, на которые его мозг всегда активно реагирует, даже в самой глубокой фазе сна. И это обусловлено, конечно же, эволюционно и физиологически. Ну, например, если человек спит в пещере, да, древней, в пещеру заходит там медведь, какой-нибудь там тигр саблезубый, да, и начинает обнюхивать и рычать. Естественно, как бы сильно человек не устал, как бы сильно он не хотел спать, как бы в какой бы глубокой фазе он не находился, то рычание зверя его, конечно же, разбудит. А тех, кого не разбудит, тех он съест. Вот поэтому некоторые паттерны у нас сохранились, которые необходимы. Ну или тот же самый крик ребенка. Если он проснулся и плачет, наверное, что-то случилось. Может быть, он хищника раньше заметил, да, чем мы. Или ему грозит опасность. Понятно, нужно спасать. Вот. А те матери, которые не имели этого, так скажем, скилла, соответственно, их ребенок тоже не имел. Ну и они не выживали, ни он, ни ребенок. А те, кто имели, передавали заранее этот паттерн ребенку, и он передавал своим, и так это накапливалось в поколение. И сейчас мы имеем тоже такой скилл у всех матерей практически. На записи вора, да, на записи вора тоже среагирует точно так же, потому что здесь никакой мистики нет, только сплошная физика. Звук колеблется, раздражает барабанную перепонку, там молоточек, наковальная стремечка, улитка, жидкости и так далее. Вот. Да, еще обещал рассказать про сонный паралич. Сонный паралич – это такая вещь очень интересная. Чаще всего возникает во время фазы быстрого сна, как и сомнамбулизм, то есть лунатизм. Только процесс совершенно противоположный. Если там мы... сознание отключено, а тело работает, то здесь наоборот. Тело отключено, а сознание работает. И это довольно страшно. Это довольно страшно, потому что человек обычно не готов к этому. Но на самом деле абсолютно никакого вреда не несет.
Просто если вы проснулись и понимаете, что вы не можете пошевелиться ни рукой, ни ногой, и вам кажется, что кто-то стоит рядом, смотрит на вас и хочет вас сожрать, просто успокойтесь. Во-первых, даже если кто-то и хочет вас сожрать, все равно вы ничего не сможете сделать, и лучше принять смерть достойно. А во-вторых, скорее всего, это состояние как раз-таки есть сонный паралич, когда вы не можете пошевелиться, но сознание активно. Причем, действительно, почти у всех в это время возникают галлюцинации. Слуховые, похожие на такой какой-то белый шум, или перекатывание камней, какой-то хруст, вот такой. И галлюцинации, связанные как с ощущением давящего чего-то на груди, или присутствием кого-то в комнате, кто хочет причинить вам какой-то вред. Вообще это просто глюк нашего организма, который не несет в себе, повторюсь, никакого вреда. Чаще всего это связывают с активностью среднего мозга, который, получив какой-то тревожный сигнал, попытался разбудить нас, но не до конца, а смог только кору разбудить. А она не смогла передать импульс для пробуждения сразу всему остальному нашему телу. И получается вот такая вот фигня. Причинами может являться все что угодно, начиная от стресса, нерегулярного питания и заканчивая опять же травмой. То есть бояться этого состояния не нужно, с ним можно смириться. А в древности очень боялись и связывали его с домовыми, там, с джиннами всякими и так далее. Но на самом деле ничего страшного в этом нет. Мистики и эзотерики связывают это состояние с внетелесными путешествиями, когда человек якобы покидает свое тело, поэтому он в сознании, не может двигаться и все такое. Ну, интересное путешествие, естественно, это из области эзотерики. Пока это не доказано, поэтому про это мы не говорим. А от дыма и правда не проснешься и задохнешься? Смотря от какого дыма. Смотря от какого дыма. Если он застал тебя в фазе не третьей стадии, медленной фазы, то, может быть, ты учуешь и проснешься в зависимости от разности твоих рецепторов. То есть, теоретически, да, в древние времена это было очень важно. Но я думаю, что все-таки человек учует дым. Я не могу сказать точно, у меня нет таких данных, я не интересовался этим. Но по логике должен проснуться, учуя дым, все-таки. Хотя были неоднократные сведения, что там человек заснул с сигаретой, и сгорел. Ну, это либо он очень сильно устал, действительно, либо еще чего-то. Не знаю, не могу сказать. Надо гуглить, скорее всего. Да, у меня такое было. У меня был сонный паралич пару раз. Первый раз я испугался, потом загуглил. Понял, что это совершенно не опасно. Когда был второй раз, даже было прикольно. Ощущений не было, что присутствует кто-то в комнате, но просто я не мог реально пошевелиться. И ощущение было, будто тело пробивает током электрическим. Потом прошло, ну, по ощущениям субъективным, пару минут в таком состоянии, я смог провалиться снова в такую полудрему, и через, ну, тоже по ощущениям собственным, минут через 10 просто-напросто проснулся обычным способом и смог уже встать с кровати и все прочее. Очень страшная хрень. Оно гналось за мной, я проснулся парализованным, оказался на меня тут огонь. Да-да-да, ну бывает такое, но это обычно не сонный паралич, а продолжение сна такое вот. Ты еще не до конца проснулся. То есть, ни сознание не проснулось, ни тело. Это не совсем сонный паралич. Сонный паралич, когда ты полностью осознаешь себя, но тело не работает. Вот, это вот оно. Ну, может быть оно. Где-то вычитал фишку с выходом из паралича движением большого пальца. Мне вроде помогало, хотя казалось, что несколько часов дергался. Ну, да, как вариант, заставить свое тело снова двигаться. Так, какой-то вопрос мне задавали. Я просил напомнить. Я вот не помню, ответил на него или нет. Поэтому, пожалуйста, напомните. Я чувствовал, что забуду. В общем, жду ваших напоминаний. А почему некоторым людям вообще не снятся сны? Почему мне сны снятся постоянно? Причем в большом количестве, очень красочные. Еще раз повторюсь, Лен, всем людям снятся сны. Всем. И людям, и собакам, и кошкам, и птичкам обязательно снятся сны. Ну, только им, конечно, другие немножко, чем нам. Но просто если человек просыпается в не той стадии, он их не запоминает. Или
если внимание не обратит на свой сон, то через 5-10 минут он просто забудет о том, что он, в принципе, ему снился. Вот и все. Да, сон на закате, спасибо, да, сейчас перейду. Почему сны снятся постоянно? Потому что просыпаешься в нужной стадии, вот и все. И запоминаешь. По крайней мере, так сейчас может ответить наука. Через мой рупор. Через рупор в виде меня, точнее. Я не могу ответить на этот вопрос до конца, но в принципе это очень логично, я с этим согласен. То есть, имея какой-то набор информации, продумав обо всем об этом, я бы, наверное, согласился вот с этой версией, что в REM-фазе, если проснуться, то действительно запомнишь свой сон. Так, отсутствие снов, это так, поговорили, да? Сон на закате. Сон на закате почему вредный, почему там говорят, не спи на закате, будет болеть голова. Действительно, неоднократно я такое замечал сам для себя, что если вот не утерпишь, а поспишь там часов 7-8 вечера, то потом проснешься, весь такой разбитый, никакущий, и спать не хочется, потому что вроде как выспался, и состояние такое, что лучше бы сдох. И башка раскалывается на самом деле. Это все объясняется очень просто. Теми же самыми биоритмами. Если человек себя приучил к тому, что в это время он не спит, то его, так скажем, вегетативное состояние, то есть все, что не связано с его осознанной деятельностью, оно работает как бы в режиме бодрствования. То есть кровоснабжаются головной мозг, желудок, ритмы нервных клеток высокие, а ты берешь и заставляешь их заснуть. То есть, хотя не посылают тебе сигналы, что хочется спать, но это просто иллюзия, не нужно поддаваться на это. Потому что организм не отключится. И он будет дальше и дальше работать. То есть, не запустится механизм очистки от токсинов. Не запустится механизма... Токсинов опять сказал, метаболитов. Бейте мне по губам за токсины, нельзя. Не токсины это, метаболиты. Это сам я уже перечитал в свое время всякой там литературы лишней. Псевдонаучный, не будет снабжаться нужными веществами нейроны, не будет образовываться связи в том количестве, в котором образовывались бы, если бы мы могли спать в привычное для нас время. То есть организм — это сложная машина, которая постоянно находится в движении. И чтобы ее остановить, нужно остановить не только головной мозг, но еще и все остальное. А это нужно делать за какое-то время определенное. Поэтому у нас есть ритмы суточные, которые мы за долгие годы в себе выработали. И именно эти ритмы позволяют нам постепенно отрубать все системы одну за другой и засыпать примерно в одно и то же время. То есть, например, я вот в среднем сплю, да, там, с 12, с 11 вечера до там, 7-8 утра. Ну, мне хватает. Хотя в последнее время очень интересно стал мне разбиваться сон сам по себе. То есть я этого не делал. Сам по себе на две части. Я, бывает, могу заснуть, допустим, в полночь, проснуться в 4-5 утра, вообще вот ни в одном глазу сна не будет. 2-3 часа я должен что-то делать, то есть первое время не понимал, почему это, и просто валялся, не мог заснуть. И потом часам к 8 сон снова приходил. То есть сейчас я просто очень делаю. Я просто встаю, начинаю заниматься какими-то делами, которыми бы занимался днем. Там элементарно... Ну, какую-нибудь киношку посмотреть можно, да? Там чайку попить, печеньку схомячить. И потом чувствую, что там к 7-8 засыпаю. Ага, пошел поспал пару часиков, проснулся окончательно. То есть вот как-то вот так вот у меня сон сам стал полифазным. Но это бывает не всегда. Почему-то. То есть иногда я могу проспать целиком всю ночь тоже. Но ведь он отключается, как не отключится? Еще раз повторяю, если ты про мозг, он отключается, а остальное тело нет. Оно не привыкло. Это мозг устал, ему нужно какую-то информацию, возможно, переварить. А тело еще не устало. То есть, если по-настоящему все устанет, то ты заснешь на закате, проснешься ночью и будешь себя хорошо чувствовать. Понимаешь? А вот если ты заснул на закате и проснулся с больной головой разбитой, то значит, у тебя устал только мозг. К сожалению, зачастую заранее этого проверить нельзя, поэтому рекомендация одна. Просто, ребят, не спите на закате, реально. Если у вас есть такая возможность, перетерпите,
лягте спать в обычное время, тогда все будет хорошо. Не нужно будет закидываться колесами и так далее. Вот. Ну, в целом, наверное, у меня по сну все. Как ни странно. Я думал, что информация будет чуть дольше, я буду ее выкладывать. Но видите, получилось так, что мы справились с вами за час. Если есть какие-то вопросы, то задавайте. Если кто-то еще не подписался на канал, не вступил в группу и не кинул мне заявку в друзья, а никто так и не кинул, кстати. Повторюсь, друзья, аккаунт Алексей Николаевич, который в группе в описании, то сделайте это, пожалуйста. Вот. Человеку нужно обычное время для сна. Макила, я не понял, что имеешь в виду в вопросе? Человеку нужно обычное время для сна. Обычное время. Ну, значит, нужно. У каждого человека свое время. Повторяюсь. Есть люди, которые работают сутки через двое. Они вырабатывают вообще свой режим. Уникальный. Могут проспать сутки, потом сутки не спать. Я не скажу, что это вредно. Если он себя хорошо при этом чувствует и сохраняет работоспособность, значит, он приспособился. То есть, опять же, понять, организм очень трудно обмануть в этом плане. Он гораздо умнее, чем мы думаем. Поэтому все, что мы делаем, оно должно проходить проверку. Очень строгую. Чего? Плутон стал планетой. Вот новость. Очень классная новость. Но он не стал планетой, он никогда и не был планетой. Он был небесным телом. Планеты его назвали люди. Впрочем, как и небесным телом тоже. Да, поэтому все, что мы делаем, проходит проверку организма методом проб и ошибок. Мы узнаем, хорошо это или плохо. Так, в принципе, и нужно совсем поступать, кроме наркотиков. Наркотики — это плохо. Так что вот. Но я думаю, сейчас мы будем потихонечку закругляться. Я очень, ребят, жду ваших вопросов, ваших комментариев в группе по поводу того, по поводу тем, на которые вы хотели бы поговорить в следующий раз, потому что у меня реально они скоро кончатся. Вот видите, про сон Лена подкинула идею. Наркотики — это плохо, ну, потому что это противозаконно. Если также хоть каждый из вас подкинет хотя бы по одной идейке, то у нас будет еще 46 тем для следующих наших встреч. И это поделим на 8. Тяжело. Ну, короче, надолго нам хватит. Надолго этих тем. Вот. Сейчас я, наверное, перезапущу стрим. Буквально вот на пару-тройку минут отойду. Элементарно хотя бы штаны надену. Вот. И мы, наверное, запустим Morrowind. Я постараюсь сегодня найти в демерских руинах этот чертов кубик Рубика. Вот, поэтому кому интересно, на любые темы, похожие вот на то, о чем мы здесь говорим, да, Макела, вообще на любые темы. Биология, химия, физика. Ну вот, можно просто вопросы задавать, на которые я могу быстро ответить. Когда их много наберется, этих вопросов, мы создадим выделим отдельный день для ответов на них. А если этот вопрос можно будет раскрутить, по моему мнению, то я выделю на это целый там вот час-полтора нашей обычной лекции. После сна логичное питание вообще. Можно отдельно сказать, что это плохой режим. Ами с веганством и завтраком в 6 вечера. Блин, ну рассказывать про веганов на Твиче — это такое. Не знаю, мне кажется, меня сразу забанят. Это все равно, что рассказывать про геев. Причем не осуждая их, а просто рассказывать. Они же сразу начинают хейтиться. Эй! Че ты про нас говоришь, мы нормальные, причем даже не пытался их оскорблять. Вот, но, не знаю, можно попробовать. Но ты напиши все равно вопросы, хорошо? Чтобы там все было, я же забуду. Напиши туда, пожалуйста. Вот. Да, про Morrowind. Значит, кому интересно, оставайтесь, просто страничку обновите, или она сама обновляется, я не знаю, если стрим снова запущу. Буквально через 2-3, максимум 5 минут я вернусь, и мы, наверное, часик по стриме Morrowind. Вот. А тем, кому это совершенно неинтересно, и тем, кто приходит только на лекции, тем спасибо большое за то, что пришли. Приходите еще. Во вторник 20:00 обязательно будет что-нибудь на другую тему. Всех заряжаю по традиции
на благополучие, счастье и материнский капитал. Всем удачи, всем пока, всем сладких снов. Вот.